мальчики уже убрали свои постели. Габриэл был на расположенном диване, а здесь был матрас. Лепота, люди. Выйти так утром. Птицы. Еще свежо. Еще чувствуется запах леса. Надо как-нибудь пройтись туда. Мы с тетей Леной когда-то туда ходили. Тетя Лена, помните, как мы тут гуляли с вами? У нас в прошлый раз, когда мы приезжали, Тринка заболела. Ей почти год был. В общем, мы не каждый раз ходили это самое, в аттракционный парк из-за нее. И один день мы провели с тетей Леной сами. Здесь мы пикниковали с ней, с колбаской такой. Ну, я колбаску ела, я не помню, что тетя Лена ела. Помидором. Гуляли, стирку делали. Ах, какая красота. Короче, все мои уже пошли. Там есть, типа, домик для гостей. Это единственное место, где есть Wi-Fi. Плюс офис открылся, и Габриэл хотел сделать... Just a second, baby. Сделать zipline. Короче, взять ключи на zipline. И плюс там кофе в этом гостевом домике. Дэнни пошел с малышом, с Габриэлом туда. Девчонки поели вафли и сейчас тоже пошли. Я сейчас подкрашусь, думаю, надо взять компьютер и это самое, словить их не Wi-Fi, чтобы загрузить серию со вчера. В общем, видите, ванная такая, сильно тут не размажешься. Я тут расчесывала волосы, думала, бум, бахнусь головой или рукой, или еще что-то. Но в этом есть свое очарование, свое сельское очарование. Знаете, бахнулся головой об дерево и так, о, я чувствую себя ближе к природе. Это вам не пластик. Смотрю на себя при нормальном освещении. Боги. Боги. Ладно, что там орёт. Дня. Как видите, очки при мне. Идем мы. Здесь остальные ищем. И надеюсь, все-таки смогу я сделать свое. Ой, я телефон не взяла. Не, так не пойдет. That's how you tell if you're big enough to ride it or not, if you can sit there and reach the handles. If you can't, then you're not big enough. There's something dropping. Hi. Woo! Hold on tight when you get to the end. Wow. Oh, it stops her like that. Okay. Идем назад к дому. Интернет очень медленный. Я, короче, давай загружать видео, но это возьмет больше часу. Я не могу стоять в том домике и ждать. Поэтому не знаю, когда я загружу видео. Это самое. И сейчас уже время давать лекарства. Мои уже пошли к домику, а ключ у меня. Вообще, иду я к домику спасать своих, давать лекарства Тринке. И будем собираться, наверное, в парк. Ну, аттракцион, я надеюсь. София тут уже сидит на иголках. Она знает, какая у нас семья медленная. И она всех нас подгоняет. Мы сейчас ей позволим подъезжать на этом трамвайчике. Парк. Я пошел за билетами. Вот этот вход. Выголосите. Работники в такой одежде старинной. В парке. Парк находится в горах. В этой красоте везде. Везде такие растения, клумбы. Один из чистейших аттракционных парков в Америке. Он получил звание. Музыка Bluegrass. Как счастье. Везде листва, это помогает. Душно, конечно. Дэнни сейчас с малышом, смотря какие шоу есть. Дети старшие пошли на вот этот райд.
меня застряла стринка. Стринка вот здесь. Райд называется Sunderation. Я бы, конечно, на райда хотела быть, а не здесь стоять. Дальше. Так как Дэнни ветеран, у нас бесплатно вышли Тринити и Скарлетт, и Джаши, конечно, бесплатно, потому что из-за его возраста. И также хотела сказать, мы купили на три дня билеты в два парка. И в общем, это нам стоило $634 на вот всех нас. Нам пришлось заплатить только за нас двоих, взрослых, и четверо старших детей. Так что вот такая сумма выходит. Но это на три дня можно ходить в этот парк. Так что да. Сейчас я тебе уеду, а я тебе приеду. А тут уже скажу, что я говорила. Боялась. Потеряла свои очки, забыла из головы снять. Они улетели. Скарлетт была очень испугана. Мы сейчас идем на новый райд с девчонками старшими. Габриэл, Скарлетт испугана. Райд называется «Путешественник во времени». Он делает всякие круги. И в это время вагон сам кружится по оси. Нервничает. Она у нас не любитель таких райдов. Мы еще никогда на нем не ездили. Так что это новый райд. Вот так это выглядит. Все крутится. Вот таким образом еще крутится. Уже тут на лодочках покаталась, а поехала сейчас с Дэнни на качели. Тринка еще ни на чем не каталась, она хочет карусели, карусель в другой стороне, в общем. И раскапризничалась, капец просто. Жарко очень. В общем, Джашик хоть намочится. Just a little bit, yeah. It's gonna feel nice. Все, хоть пошла, ноги помочила уже хорошо. Ага. Scarlett! Awesome! Just don't put it in your mouth, baby. And... Huh? Yeah, go back in there. Дэнни в той карете с Джашиком. Природа везде красивая. Okay, everybody, put yourself in. Please keep your leg inside or any home.
Go on to the board in front of you. Are you ready? Here we go. Это у них пояс, который мы слышим у себя. Yeah. You're doing it. Yeah. Awesome. Тут куча разных домиков. Come. Для деток. Ух ты! Прям супер! Нужно друг к другу в гости ходить. Что, тут домики, я сказала нет с малым, я не захотела там, не надо наклоняться надо. Мы выходим сюда. Тут лазалки всякие. Туда можно идти. Вот. Видите, тут такой веревочный. Этот самый мостик, и мне под это лазить. Мне это не подходит. Катринка уже вышла. Здесь городок построен в стиле вестерн. Очень прикольно, люди и работники ходят наряженные в старинную одежду, ковбоев и таких женщин в длинных платьях. Кстати, много, несколько лет назад много было работников. Isn't it over here? Okay. Yeah. Много работников было из Украины. Здесь работали. Я раз иду на один райды, слышу русскую речь. Разговорились, и они были с Украины. Говорят, что их тут куча. Но уже это все поменялось. Come on, baby. Идем к райду. Это все в таких туннелях. Понимаете, как будто бы там где-то на шахте. В общем, прикольно очень. Идем опять на роликостер. I can see the ground.
А, это мы едем там, где я вам показывала, снаружи. Bob went away, old man. John said he could. Четвертый час, мы дома, устали, ужас. Наконец-то охладились, очень-очень жарко было. Дэнни пошел уже разжигать грил, делать гамбургер. Я не на диете, я в отпуске. Девчонки сзади меня там надевали. Они хотят идти в водный парк, я не хочу. Если Дэнни их поведет, то хорошо, я все. Они, конечно, запарились, ужас. Завтра аттракционный парк будет. Сына! Картошку тащит. Завтра аттракционный парк будет открыт до 10. Я говорю, пойдем уже без малышей. И можем оставаться до последнего. В другом магазине мы приехали. Покупаю тарелки одноразовые, вилки, чтобы не мыть. И девчонки хотят соус к сосиске. Я сейчас с младшими. Кринка и девушками идем в бассейн, где наши старшие и Дэнни. Они только что выехали в аквапарк. Он их взял в аквапарк. Аквапарк открыт до 10 вечера. Сейчас уже, мне кажется, 7 час, наверное. Уже взяла я свой телефон или нет, или забыл. Да ладно. В общем, они уже выехали. Дэнни возвращается. Забыл свой телефон. Пошлите с нами, мы будем вместе. Я говорю, нет, я говорю, не хочу. Потому что я застряну там с детьми. Здесь, я говорю, маленький бассейн. Я знаю, где они. И не надо волноваться. Там куча людей. Никаких деревьев. Нафиг надо. Я помогу. Я говорю, нет. Нет. Если я буду ехать туда, это со старшими детьми и без малышни. Так что вот, вот так мы разделились, я, честно говоря, я уже никуда не хочу, никакие кучу людей. Здесь так хорошо, такое, так спокойненько. Ну да, с детьми я 100% не расслаблюсь, но явно все равно лучше, чем это самое, чем то, что он предлагает. Нет. А завтра этот аттракционный парк будет открыт до 10 вечера. Так что я со старшими детьми во второй половине дня пойдем на все райды. На все райды, которые я хотела. Кстати, вот это новый райд «Путешественник во времени». Я стала путешественником во времени, прикиньте. Понравилось мне, очень прикольно. Там я камеру не брала. Я боялась, что они видят, что у меня камера, потому что я эту камеру протащила у себя за пазухой, сумку им отдала, потому что первый раз я пыталась, а камеру они, нельзя, то немножко сняла, правда, плохо я сняла, ну, что есть, то есть, что для вас я только не сделаю, вот, а там еще намного больше всяких крутых райдов, а я... Конечно, без малышни будет намного легче. Я возбуждена насчет завтра. Мы же купались намного. Тринка не могу никак выудить. Она тут развлекается. О. Боже, фиг догонишь. Убежала от меня. Еле ее вытянула из бассейна. Она была в туалете. Слава Богу, таким образом вытянула. Хоть она сопротивлялась. Нет, мне не надо. Ладно, бежим. А, все, мама заварила чай. Дети тут снэкают. Кушают, да. Единственная проблема, я не могу включить телевизор. Мы можем это самое, DVD только играть. А я так и не поняла, как на каналы выйти. Я так поняла, Дэнни тоже не понял. Не знаю, что за дела. Мне это не нравится. А
Дэнни мне написал, все нехорошо. Я написала, что у нас все хорошо тоже. А то он вечно волнуется, если я одна с детьми, справлюсь ли я в бассейне. Я говорю, Дэнни, все будет нормально. Не первый раз. Так что, пожалуй, в общем-то, и нечего больше записывать. Они вернутся, мы будем идти в постельку и все такое. Так что буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку. И просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и бай-бай. Салют у нас, я же с вами попрощалась, а у нас тут салют и деревья не видно. Дети спят. Круто, наверное, в парке или на этом озеро есть, не знаю, в честь чего, но салют. Деревья не видно, да?